Мусорка на улице Ульяновской живет своей собственной жизнью и, более того, имеет даже свой аккаунт в одной из социальных сетей. Гора мусора с каждым днем не уменьшается, а только растет, но коммунальные службы не спешат устранить столь неприятное соседство для жителей близлежащих домов. На протяжении почти 3 лет жители вынуждены лицезреть завалы мусорных отходов прямо под собственными окнами. Мусор вывозят нечасто. Иногда благоухающая всеми ароматами помойка стоит несколько дней. Коробки, бутылки, сумки – все валяется за пределами переполненных мусорных баков. Это почти постоянно. Они, конечно, периодически вывозят мусор, но, может, не так часто, потому что очень быстро накапливается этот мусор. И вот сколько я тут хожу, каждый день почти, и очень редко, когда чисто. Ситуация уже давно стоит на контроле у управления жилищно-коммунального хозяйства города. На личном приеме у начальника управления ЖКХ побывал один из жильцов дома на Ульяновской улице. Головой покивали, сочувственно пожали руку и отправили обратно. Как водится у нас, взяли на контроль. Однако чистота на свалке продержалась недолго. Спустя несколько дней помойка снова оказалась в своем прежнем неприглядном состоянии. Мусорные баки переполнены, завалены мусором, не убирают. А деньги мы платим такие, особенно мы, пенсионеры, последние копейки. Куда идут деньги за уборку придомовой территории, остается загадкой. В борьбу с мусорным беспределом вступили и пользователи социальных сетей. Под ником «Мусорка Ульяновская» можно найти страничку в Твиттере, где с фотографиями и комментариями наглядно и с разных ракурсов показаны масштабы бедствия. Андрей, как представился нам владелец креативного аккаунта, таким образом пытается достучаться до коммунальщиков и сподвигнуть их хоть на какие-то действия. Твиттер – это такая социальная сеть, которая, мне кажется, удобна вот для вот этой истории. Да, то есть есть мусорка, я, значит, мимо этой мусорки практически, ну не практически, а каждый день я прохожу мимо этой мусорки, да, у меня есть возможность сфотографировать то, что там происходит сегодня. Ну и ежедневные фотографии говорят о том, что вообще, что творится на этой мусорке, да, потому что обычно, когда поступает куда-то жалоба, значит, быстренько все убирают, приходит проверяющий и говорит, нет, все нормально. То есть здесь видно, что эта ситуация, она стабильна, плохая. Мусорка на улице Ульяновская не единственная. В нашем городе с проблемой свалок около домов сталкиваются повсеместно. Ответ на вопрос, когда же коммунальные службы будут качественно выполнять свою работу, остается риторическим. Остается надеяться, что хотя бы такими необычными методами жильцам района удастся привлечь внимание администрации и коммунальных служб. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.